Долгие годы Лариса Гузеева не показывала свое жилище, но, как оказалось, на типичный российский особняк дом знаменитости совсем не похож. Ведущая телевизионного ток-шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева за свою многолетнюю карьеру соединила не только многие сердца, но и успешно обустроила свою личную жизнь. Вместе со своим мужем Игорем Бухаровым Лариса уже 20 лет счастливо живет в загородном доме в районе Куркино, северо-запад округа Москвы. Дом, отстроенный Игорем, весьма необычен по российским стандартам. Чего только стоит его внешний вид, сравнимый с архитектурой типичных американских вилл. Первым делом в глаза бросается прямая крыша, а не покатистая, как это обычно бывает у коттеджей. Также внимание привлекают и разные конструкции – каменный первый этаж и деревянный второй. Заглянуть внутрь дома стало возможным в 2017 году, когда программа «Идеальный ремонт» взялась за переделку жилища по просьбе Гузеевой. Еще тогда ведущая заявила, что остальные домочадцы были крайне против что-либо менять в стенах любимого дома, однако ремонт все же состоялся. И вот что из этого вышло и как теперь живет знаменитая сваха страны. К слову, еще одной особенностью планировки является непривычное для нас расположение зон. На первом этаже Лариса с мужем обустроили спальни и санузлы, а на втором разместили гостиную комнату, объединенную с кухней, переделкой последних, и занялись специалисты передачи. Получился интерьер в викторианском стиле с зелеными цветочными обоями и массивной мебелью коньячного оттенка. Отметим, что специалисты постарались грамотно обустроить пространство и максимально оснастить зоны современными деталями, от новейшего функционала кухонной техники до устойчивых к повреждениям натуральных природных материалов. Лариса очень любит готовить и считает, что делает это гениально, поэтому много времени проводит именно на кухне, где создаются и кулинарные шедевры. Также хозяйка предпочитает даже в обыденном застолье красивую дорогую посуду и отказывается от банальных скучных тарелок и кружек. В гостиной Гузеевой разместилась книжная библиотека с огромной коллекцией кулинарных рецептов ведущей, а также просторная зона отдыха с мягким диваном и рабочее место дочери прямо у окна. Ведущая обмолвилась, что кухня стала выглядеть мрачновато то ли из-за недостатка освещения, то ли от слишком темного цветового оформления. Взглянув на другие комнаты Ларис, можно отметить, что идеи дизайнеров идеального ремонта крайне расходятся со вкусами хозяев дома. Преобладающие светлые тона максимально увеличивают пространство, а яркие предметы декора и оригинальная мебель гармонично дополняют атмосферу современного стиля. Выглядит уютное гнездышко довольно просто, но со вкусом. Лариса Гузеева предпочитает английский стиль с использованием антикварных предметов, которые придают дому особый шарм и элегантность, но заставляют его выглядеть немного мрачно. А как вам? Делитесь своими мыслями в комментариях.